Посмотрите на этих свиней. Они не хотят умирать от радиации. То есть, когда Герон умирает от радиации, это нормально. Свиньям хоть бы что. Вы посмотрите, это бессмертные свиньи. Они не боятся радиации. Черт побери. Ну что ж, дорогие друзья, вы смотрите снова канал Геронкрафт, и сегодня мы будем взрывать 1000 атомных бомб. Я надеюсь на ваши лайки. Точнее, верю в то, что ты не забудешь, дорогой друг, поставить лайк, если ты собирался это сделать. Если не собирался, то мне плохие новости. Тебе надо поставить лайк для того, чтобы ролики на канале Геронкрафт выходили немножечко почаще. Потому что как-то мотивация. Мотивация, ребят. Мотивация, мотивация, мотивация. Так что не ленимся, ставим большой пальчик вверх. Я вас ни к чему не принуждаю, у нас все добровольно. Но мое дело вам напомнить, а вы сами все сделаете. И сегодня, да, ребят, будет много ядерных бомб. Погнали! Хэйшки, народ, с вами снова Герон, и сегодня у нас чудеснейшие новости. Прошлый ролик собрал черт знает сколько просмотров на ровном месте. Мы, конечно же, не мог устоять перед этим. Короче, народ жаждет зрелищ, и зрелище сегодня будет. И сегодня мы будем взрывать 1000 атомных бомб. Атомных, ребята, они сами по себе-то, каждая из этих бомб сверхмощная. Если мы взорвем 1000 бомб, я даже боюсь представить, что будет с этим миром. Более того, это специальный мир. Если вы обратите внимание, я сейчас нахожусь на 237 высоте. То есть с 0 по 237 уровень здесь сплошная земля. В обычном мире всего лишь навсего 64 уровня земли, здесь 237. Круто, по-моему, очень. Теперь самое главное, в этот раз мы будем поджигать бомбу. Для начала мы поставим обыкновенную атомную бомбу. Какой же тут ураниум? По-моему, нужен 235-й уран. И нам нужно много индустриального ТНТ. Кладем сюда. Теперь мы, как истинные извращенцы, зажжем эту атомную бомбу по-своему. Сделаем все по-своему. Где солнце-то? И здесь? Окей. Трава, кстати, очень странная. Где мы находимся? А, это типа тайга. Окей. И сейчас к нам сверху свалится метеорит и подожжет нашу атомную бомбу, и будет большой кабум. Метеорит сам по себе не такой уж впечатляющий, ну подумаешь, метеорит спадает сверху. Вы издеваетесь? Взорвите бомбу атомную. Эй! Где моя атомная бомба? Вы что, издеваетесь? Приколисты. Ну, ладно. Придется ее вручную зажигать по старинке с помощью редстоунного сигнала. Еще раз кладем. Так, значит, вот этот уран не подходит. Значит, тогда мы поставим вот этот уран. Или нет? Enriched? Нет, enriched не подходит. Нам нужен чистый ураниум. Не знал таких подробностей, ребят, о военном вооружении. Так, ладно. Бла-б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 ла. Поехали. Ну, посмотрим, красавица. Давай, удиви меня. Выглядит как обычный ТНТ, но сейчас будет шухер. 1, 2, 3, 4. Все, есть. Бомба сейчас активируется, нет? Мы немножко подальше отлетим. Подальше от этой жары. И сейчас будем просто медленно подходить. Во-во-во-во-во-во-во. Вот это, я понимаю, нормальная, реальная бомба для реальных пацанов. А теперь мы будем сейчас взрывать целую 1000 таких бомб. И сейчас я вам покажу, как все это делается. Полетели. Так, теперь я тщательным образом настроил компик. Теперь у нас вот это слой 10 на 10 блок, как вы видите. Это всего лишь навсего пока что сотни. И каждый из них придется вот так вручную заполнять. А, мамочка моя, я надеюсь, вы не забыли поставить лайк, потому что это будет жесть, если я не поставлю лайк. Вы не поставите лайк. Я что-то умру. Господи, на что я подписался. Все ради вас страдаю, ребят. Мучаюсь. Так что с тебя лайк, с тебя комментарий. А то ж, как всегда, обычно. Будет все как обычно. Хейтер свой лайк, дизлайк поставит. Свой комментарий. Как его называют, свой канал пропиарит в комментах, а вот ты ничего не сделаешь. Представляешь, какой ужас? Как мы после этого жить будем? Ладно, ребятки, поехали. Я таким макаром сейчас буду все заполнять. Так, а где я заполнил? Ага, значит, мне вот сюда. Окей. Что ж, ребят, 1000 на 1000 атомных бомб. Это была долгая история. Вообще, наверное, есть способ автоматизации, как их можно заполнить, там, черепашками, 100% можно это сделать. Так что в следующий раз нам нужен программист. Ну, в общем, человек, который умеет кодить на черепашках из компьютер крафта.
Иди сюда, блин. На самом деле, гляньте, гляньте. Тут везде. Я, по-моему, ни одной не пропустил. Где-нибудь хотя бы несколько штук я пропустил 100%, это понятное дело. Но, тем не менее, я их зарядил все. Теперь, значит, как мы будем взрывать? У нас здесь зима сейчас. Сделаем тогда хитрый ход конем. Мне нужно убежище из бедрока. Бедрок. Пожалуйста, в студию. В который я хочу забраться. Не, ну это близко. Герон, ты с ума сошел? Тут сейчас так шандарахнет, что от этого мира вообще ничего не останется. Хотя было бы прикольно, если бы после атомной зимы здесь начали спавниться там эндермены, какие-нибудь странники края, там что-нибудь такое. Вообще было бы очень супер-супер. Я не знаю, существует ли в Майнкрафте материал, способный выдержать подобный взрыв. То есть есть, конечно, укрепленный камень из Industrial Craft. Давайте мы попробуем его на вкус. Что, ребят, понеслась душа в рай. Бункер построили. ТНТ ставим вот сюда. И атомная реакция пошла, по идее. Еще почему-то у меня ускорение полета не работает. Потому что на меня перманентно наложено, наверное, травление, иссушение, бог знает что, из-за радиации. Теперь забираемся в наш маленький симпатичный бункер. И что я еще должен сказать? На самом деле есть... Я еще хотел несколько вариантов атомных бомб попробовал, но только самые лучшие, самые суровые, самые хардкорные... Есть в этом моде. Угадайте, как этот мод называется. Тот, кто правильно угадает, получит с полки пирожок. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. И мать твою. Офигеть. Вот это я понимаю взрыв. Вот это я понимаю взрыв. Мы, конечно, его не смогли увидеть, ребят, но, как говорится, невелика печаль. Мы это вам компенсируем с помощью специального... Покажу еще на затравку шикарную бомбу. Мы их взорвем штук 100 сейчас. Обалденно, обалденно, офигенски. Вот это я понимаю размах. Вот это я понимаю атомная зима. А самое главное, что теперь сейчас будет вас без вот этой химзащиты будет убивать все живое. Давайте я вам покажу на примерах. Берем хрюшку, например. И спавним хаюшку. Где-нибудь рядом со взрывом. Сейчас хаюшка постоит, посмотрит. Видите, у меня радиация тут же начинает убивать. Хаюшка, что с тобой не так? А почему? Не понял. Это баг? Или это так задумано? Почему хаюшка не умирает от радиации? То есть мой персонаж может умирать от радиации, а им хоть бы хрен. What? Ни хрена себе. Ладно. А если здесь вы впервые, не забывайте поставить лайк, подписаться и поставить комментарий, потому что именно здесь вы узнаете лучшие баги, лайфхаки, секреты, сборки каждую модов каждую неделю, а также все самое лучшее и новое свежее из мира Майнкрафта, те же обзоры снапшотов в день релиза этих самых снапшотов и многое-многое другое. Также не забывайте заглядывать в описание под видео или покликайте на клей картинки, которую вы видите сбоку сверху, в которой вы узнаете, что будет, если взорвать целый мир из ТНТ, ну обычных ТНТ, но тем не менее их 200 было свыше 250. 10 миллиардов, намного больше, чем на любом другом канале Ютуба. Поехали. Но мы с тобой, дорогой друг, встретимся в следующий раз.